Добрый день, дамы и господа, и добро пожаловать обратно в мир полный SCP. Мы с моим другом прожили уже 13 дней в этом страшном мире и до сих пор живы. Все это время мы безудержно сражаемся с SCP-объектами в надежде на то, что наконец-таки найдем ключ на разгадку. Перед нами стоит самый главный вопрос: как спасти человечество? И мы уже практически близки к разгадке, ведь сегодня мы встретили настоящего живого человека, ну и также встретились лицом к опасности. То, чего мы так сильно боялись, нашло нас. Хоть мы и выжили эти дни, но живы ли мы все еще? Смотрите до конца, чтобы узнать. А также максимально вам рекомендую посмотреть предыдущие части. Ведь без них вы ничего не поймете, если смотрите эту часть впервые. И вся эта история чрезвычайно завораживающая. И давайте наберем целых 100 тысяч лайков в честь новой части SCP. И подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Ведь нас уже почти 6 миллионов. Приятного просмотра. Друзья, я уже 2 дня нахожусь в этой лаборатории. Я закрыл Акаки. У меня недостаток сна, у меня утомление, у меня слабость. Я не спал 2 дня, это просто ужас. Он ест и ест эту пиццу. Я бы не знал, что делать, но благо я зашел в комментарии и... Акаки, ты серьезно 2 дня притворялся? Этот объект SCP не вызывает никакой зависимости от этой пиццы. Ты просто 2 дня надо мной издевался. Нет, я над тобой не издевался, я жрал. Я ходил, я искал эти железные прутья, чтобы засадить тебя туда. Как у тебя вообще желудок, блин, не полон после стольких кусочков пиццы? Я наелся. А как, еще раз ты меня так разыграешь, я не знаю, что сделаю. Друзья, спасибо вам за ваши комментарии. Ладно, теперь я наконец-то могу ее скушать. А какие? Пицца. Я хочу пиццу. Я хочу пиццу, я хочу много пиццы. Да, держи. Дай мне кусочек пиццы. А, какая вкусная пицца. Да держи, держи, держи. Да ладно, я тоже шучу. Да я знаю. А, подожди, подожди. А можешь пиццу забрать, пожалуйста? Слушай, почему бы нет? Давай ее заберем, у нас будет реально... Ах, окей. Ах ты, засранец такой! Аквапарк! Вот так-то намного лучше. Ладненько, Каки, забирай эту коробку пиццы, потому что она нам еще пригодится. Ведь у меня утомление, я не могу вообще ничего ломать. Вот у нас будет бесконечная еда. Хоть где-то есть плюс. Мне нужно поспать. Надеюсь, то, что на улице ночь. У меня есть только одна кровать. А где твоя? Моя со мной всегда. Так, все, супер, тогда оставь ее. Погнали спать. Рядом есть монстр, Каки, уходи! А, что сказал? Мы же одни здесь. Значит, ты монстр! Я слышу здесь зомби где-то. Открывай, разберемся сейчас с ним. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Утро 16-го дня. Ну все, Каки, можем забирать кровати и отправляться наконец-таки наружу. У меня есть эта пушка, которая делает лестницы, поэтому мы с тобой выберемся. Кстати говоря, телеубийственный меч. Мне также в комментариях написали то, что если потратить полностью этот меч, то с каким-то шансом может выпасть какой-то кинжал, который будет наносить 9999999999 урона. И возможно, это наш шанс победить скромника. Слушай, ну тебе это уже давно говорили, если что, как бы. Да, да, но я до конца не понял, как эта вообще штука работает. Теперь-то все ясно. Прекрасно. Все, Каки, вылезаем. Я хотел тебя затроллить, но не получилось. А как я? Ну теперь нужно спуститься, потому что я не могу поставить здесь лестницу. Фух, как хорошо быть на свежем воздухе. А как это иди воняет. Че? А, да это шутка, не парься. Хотя тебе лучше помыться, конечно. 2 дня в этой шкуре провели. О, слушай, что ты это? Как-то мне плоховато немножко. Простыл, что ли? Да, возможно, возможно. Да очень здесь прохладно, очень. Так, я предлагаю тебе подняться на вышку, я смотрю территорию. Что здесь вообще есть вокруг? Что-то я ничего не вижу. Ты что-нибудь видишь? Да. И что же? Подойди, я тебе сейчас покажу. Какие? Ты даже не на вышке. Тут как бы карта есть, если что. Так мы смотрели, на ней ничего нет. Внимательно смотришь? Да. Дальше смотри, я пойду, посмотрю. Гениально! Мы пытались выглядеть абсолютно каждый уголок данного острова и наконец что-то нашли. О, как и там что-то есть! Правда, я замерзаю, здесь на вершине очень холодно, даже броня не спасает. Все, мы бежим в этот лес. Фух, а как и вот так хотя бы теплее будет. А, на, возьми эту штуку, ты тогда вообще никогда не замерзнешь. Активируй, активируй. Это теплые пакеты, которые нас согревают. Уголь! Неактивированный. Слушай, вот в этот лес мы с тобой еще не ходили. Да и вообще в лес ходить так-то опасно. С учетом того, что у тебя в основном красный цвет, возможно, мы волка встретим. Никогда не говори, я тебя люблю, говори всегда. Как это мило. Так я вообще-то не тебе, я подписчиком. Так, с эта башня должна находиться где-то здесь. У меня же глаз алмаз, правильно? Ух ты, нифига, это что сейчас было? Какая-то волна, ты видел? Очень странная фигня какая-то. Куда ты полез там? О, стоп! Тихо, Акаки, ты это тоже видишь? Слушай, я пошел, давай пока. Ну его нафиг! Давай, куда-нибудь в другое место. На вышку! Срочно ищем вышку! Он нас убьет везде здесь! Срочно ищем вышку! Давай, она же где-то должна быть здесь! Почему эти деревья такие высокие? А-а-а, Акаки, беги! Беги! Почему их так много? Почему их так много? Акаки, беги! Просто на вышку! Быстрее, быстрее! Почему их так много? Офигеть! Беги, просто беги! Не оборачивайся, не оборачивайся, не смотри на них, не смотри на них! Боже, как они орут, как они орут, как они орут! Быстрее, 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 быстрее!
быстрее баррикадируй, баррикадируй чем-нибудь, хоть чем-нибудь. Нет, стол, стулом, я не знаю, чем-нибудь. Какой водой блок поставь какой-нибудь, вот еле, я не знаю, хоть что-нибудь. Вот, все, вот так. Вода! А какая вода? Да пофиг на эту воду, главное машину. Да, ладно, я с тобой полностью согласен. А почему их так много? Что там? О, нифига себе, верстак, сундук, стол картографа, мы с тобой карты теперь сможем делать, Акакий. И подожди, здесь какая-то более подробная карта есть. Воды нигде нету, карта-то есть подробная, да. Но не думаю, что это нам сейчас нужно. Нужно согреться срочно. Уже давай, давай, согревайся, пакеты, действуйте. Ах, здесь очень холодно. Окей, третий пакет сейчас будем использовать. А, то есть ты себе сделал очень много пакетов, а мне всего лишь один, да? Да вот, на, держи еще себе немножко. О, спасибо. Кажись, три не помогают, нужно еще больше. Так, с фонарь есть, может быть у нас будет как-то греть, я не знаю. Да вы замолчите когда-нибудь или нет, тупые сиреноголовые? Акакий, сколько вышек мы с тобой просмотрели? Где мы с тобой только не побывали? Сколько раз мы их слышали? И вот вся эта орда вышла. Здесь определенно что-то не так, потому что ты вспомни, мы увидели очень много скромников, их там было, наверное, более 5 штук. И то же самое с сиреноголовыми. Такое ощущение, как будто бы есть плантации, где их выращивают специально. У тебя вода есть? Нет. Выли давай. Так, тут есть шерсть, стульчик, чтобы посидеть. В общем, я недавно узнал новый рецепт пельменей, такой вкусный. Очень интересно, как и прям вовремя. Да вы замолчите или нет? Все, они пропадают. Они пропадают, они пропадают. Какие, поставь пиццу, срочно поставь пиццу. Ух, какие. Ну что же, до утра. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Утро 17-го дня. Знаешь, Акакий, все равно, вот среди всех этих SCP нужно извлекать плюсы. Есть SCP доброжелательные, как пицца, а есть плохие. Они как бы компенсируют друг друга. Это не особо. И вообще, к чему я это говорю? Я не знаю, я про пельмени говорил тебе, а ты про SCP. Ой, это было так прекрасно. Я так уснул великолепно. Побольше рассказывать про свои пельмени. Все, отправляемся. Смотри, здесь есть вот такая вот карта. Что-то на ней отмечено, но непонятно что. Может быть, именно здесь и определен радиус этих сиреноголовых. Может быть, по ночам сюда нельзя ходить. Это Northwest. Все это мы уже прекрасно поняли. Это находится вон там. Если находится там, то этот круг в противоположной стороне. Как раз таки здесь, Акаки. Я все еще думаю, где здесь Норд-Вест, а здесь как бы Норд обычный есть. А, это обычный Норд. Эх, фиговый из нас картографы, Акаки. Все, я карту забрал. А, подожди. А где карта? У тебя? Нет. Акаки, у нас больше нету карты. Yeah! А, подожди, эмоции перепутал. Бывает же. Окей, я тогда забираю стол картографа, он нам еще пригодится. Проверяй, проверяй, проверяй здесь все абсолютно. Ну, кажется, здесь больше ничего нет, поэтому все, уходим. Все чисто? Ничего нету? Отлично. Ай, больно в ноге, Акакий. Помню, мне точно так же, только прострелили колено. Осел! Здесь есть какое-то животное, Акакий, представь себе! Нету. Значит, привиделось. Ой-ой-ой, ты куда-то вылез, а, чудище? Да здесь прям все кишит мобами, посмотри, это же козел. И лотерея на лайк, никогда бы не подумал то, что в этом SCP-мире будет лотерея на лайк, Акаки, я так рад. Друзья, правила вы знаете. Да! Что? Две? Три, четыре? Четыре штуки, Акаки. Ты издеваешься, как? Я не знаю. И они сразу бегут к маме, посмотри. Тебе, что ли? Нет. Да я вас всех сейчас порубаю. Бежим, Акаки, бежим! Друзья, пока мы бежим, поставьте лайки в честь такого! Акаки. А? Ну ладно, бывает. Кстати говоря, друзья, совсем скоро на моем канале выйдет полная история курочки Джек. Кто она такая? Кем она является? Что она хочет от меня? Ролик готовится, поэтому ждите в скором времени. А мы продолжаем путешествовать по SCP-миру. И снова седая ночь, но на самом деле утро, но в любом случае мы нашли какую-то шахту. Что, спускаемся, Каки? Или не спускаемся? Да чё-то не очень охота. Давай на каменную штуку бумага. Нет. Господи, я на секунду испугался этого манекена. Так, здесь законченный костер. Ты что там стоишь? Спускайся. Небольшая вагонетка. В сундуках ничего нету. В печках тоже. Какая-то шахта полностью пустая. В ней ничего нету. Стой, мне это место что-то напоминает. Как будто бы я кого-то здесь видел. Как будто бы я видел это место прежде. У меня нет такого ощущения. Я видел это во сне, когда я кушал пиццу. А, и когда ты лепил пельмени. Давай с ней еще. Понятненько. Окей. Здесь есть какая-то супер ржавая дверь. Я не знаю, сколько она здесь простояла, сколько... Сколько ей лет, но она прям мега заржавела. Подожди, быстрее, Акаки, поставь воды, я сейчас умру. Быстрее, 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 быстрее. Вот так-то намного лучше. И пиццы, пожалуйста, пиццы мне тоже. О, хорошечно. Чё ты там говоришь, на диету сел, да? Спортом занимаешься? Это временно. Так, все, Акаки, идем. Со скрипом, с болью, но открылась. Здесь какая-то пещера. Видно то, что они ее не закончили. Они начали ее копать, в итоге ни к чему не пришли. Там какой-то странный факел. Выгоревший факел или что это? Он розовый.
А, все, он выгорел. Он как бы потухает и сразу же зажигается. Это как? Ладно, неважно. Фу, какая-то противная смесь. Фу. Ты прям стоишь на этом, Акаки. Нормально. О, нет! Я теперь понимаю, почему там заржавела дверь. Акаки, мы с тобой встречали лабораторию SCP, но, по-моему, из такого блока еще ни разу. Это как будто очень опасное. Ладно, Акаки, давай мне. В этот раз я попытаюсь открыть. А то я давно уже не открывал. Она пятого требует! Ладно, план Б, попробуй кирка сломать. Ясно? Не ломается. Это вообще безуспешно, о чем я вообще думал? Окей, ищем тогда карту пятого уровня. Где нам ее здесь найти? Мы ее ни разу не встречали. Слушай, а ты все посмотрел, все сундуки? Ну да, здесь я абсолютно все просмотрел. Окей, Каки, если ты ищешь карту, будь картой. Что? Фиксай, я нашел. Да ладно, подожди. Я смотрел эти печки точно. Или я только одну посмотрел. Может быть такое то, что я нашел только на одну. Что ты мне дашь за этот Simple Dimple? Я тебе дам этот крутой навороченный Pop It. Давай, тогда значит ты... Ну все, у меня две карты есть. Так нечестно, отдай, стой. Ладно, держи, пятого уровня. Опачки, спасибо, все, погнали открывать. Ну да, если они заколотили здесь эту дверь, значит они уже были внутри. И знаешь, что там находится? Но мы не знаем, поэтому открываем. Тихо. Здесь кто-нибудь есть? SCP-1048! Тебе что-то это говорит? Да. И что же? Просто бумага. Ни о чем вообще, ничего нету. Это что такое? Какая-то книжка, обрывок бумаги, стрелоупорный бронежилет. Батарейка, батарейку нужно 100% тоже взять для фонарика. А, хотя фонарь у меня полностью заполнен, но я все равно возьму. Супер, и вроде бы все, здесь больше ничего нету, Каки. Че ты стоишь? SCP-1048. Он сначала был безопасным, но теперь нет. В данный момент неизвестно, где находился SCP-1048. Но кажется, мы его с тобой нашли. Мне не нравится тон твоего голоса. SCP-1048 не зря имеет пятый уровень, потому что это маленький плюшевый медведь. Примерно 37 сантиметров в высоту. Подожди, это шутка какая-то? Проведенное исследование материала, из которого состоит объект, не выявил ничего необычного, что отличало бы его от обычных подобных игрушек. SCP-1048 способен самостоятельно передвигаться и общаться, используя небольшой набор жестов. Объект регулярно высказывает симпатию. Я сейчас так испугался, Каки! Ты увидел, как он двигается? Да, я видел, как он двигается. Подожди, серьезно? Просто плюшевый медвежонок и все? Просто плюшевый медвежонок, открывай, открывай. Да, вообще без проблем. Привет! Уйди, какой забавный, пообщаемся? Так это ж Мишка Тедди. Прям как из истории игрушек. Он розовый был, правда, ну, слушай, а можешь мне открыть? Да ты посмотри, он мне ничего не сделает. Я вот могу с ним толкаться, вот, что-то делать. У меня мурашки по коже побежали. А какие, сейчас у меня немножко в горле пересохло. Давай-ка выпьем воды. Придется выходить, пошли, я здесь не могу блоки ломать. Да, давай. Ну, Акаки, смотри, я его даже могу так погладить, если он мне ничего не сделал. Беги! Акаки! Быстрее! Мы его убили? Серьезно? Подожди, это пятый уровень? Это был пятый уровень? Подожди, Акаки, нет! Это не пятый уровень, нифига! Я только что, когда выбегал, подожди, я что-то увидел. А нет, подожди, пятого уровня. Спасибо за карту пятого уровня, я пошел отсюда, пожалуй. А здесь первого... я уже испугался. Акаки, ты меня без карты оставил, вернись, пожалуйста. Я просто, когда выбегал, мне было написано, нужна карта первого уровня. Странно, ну ладно, но там пятого. Задюпали? Мы можем обклеить всю стену. Я думаю, мы этим с тобой прямо сейчас и займемся. Да, нам же делать нечего. Всего лишь нужно мир спасать от SCP. Все, красота. Ха-ха, дай пять. Ай. Ты пропустил удар. Фух, ладно, как и мы с тобой выжили. Это самое главное, у меня одно сердечко. Аккуратнее, все, уходим отсюда. Ребят, надеемся то, что он не вернется. Опачки, факел потух. Может, этот факел означал сердцебиение Мишки? Я не знаю, но это хорошая теория, Каки. Да я б не сказал. Ух, Фиксай! Что там на улице? Ночь Фиксай! На улице. Да, что? Фиксай, иди сюда! Ты что не идешь? Иди сюда! Факел за... Что? Какого черта? Он зажегся, этот факел, Акаки! Мишка здесь. Мишка здесь. В смысле Мишка здесь? Он бежит, где? Бежит. Где? Я не вижу. Да никого. Откуда? Почему он жив? Быстрее, выбегай. Быстрее. Закрывай. Нет. Так, все. Закрываем и убегаем, Акаки, все. До свидания, это местечко. Нам этого хватило. На улице снег, нифига не видно. Какое-то красное небо, мне страшно. Рассвет сейчас, какой день? 19-й, я не знаю, наверное, 19-й уже. Беги, подожди, беги. Подожди. Что это? Крипер еще здесь? И мы бежали в сумраке. Страхи от того, что этот медведь вернется за нами. Ух, Акаки, какая красота все-таки, да? Где?
Да вот впереди. Земля. И водичка есть. И вроде бы даже не отравлена. Перемещаться можно, Акаки. Стоп, это еще одна вышка, а нет, это кажется из дерева. Дом. Я вижу дом, Акаки. Я вижу дом. Я вижу еще один дом. Деревня? Акаки, они даже не разрушены. Стоп, что? Здесь ни одного страшного моба, ни одного SCP вообще здесь ничего нету. Мне что-то это вообще не нравится. Так, смотри, там даже печка есть. Смотри, там мобы. Обычные да мобы. Да ладно, это обычные мобы. Даже там, ну, не козлы там и так далее, не ослы, а коровы. Ферма. Причем свежая, очень свежая ферма. Учитывая даже то, что здесь невероятные заморозки. И смотри, они ломают лед. Здесь 100% должен быть кто-то. Быстрее. Это наш шанс, Акаки, это наш шанс. Может быть, мы здесь робота его встретим. Так, у них церковь есть даже. Акаки, у них церковь есть. Что там? Там книжка. Давай, зачитай что-нибудь. Да возрадуется лук Батун в имя. Понял, все, побежали, Акаки. А вот это вот очень странный экземпляр. Это дерево, но... Что это? Это видел? У них даже механизмы какие-то есть, смотри, они воду добывают. Это что, кристально чистая вода? А как это кристально чистая вода? Подожди, а как они это все обрабатывают? Я не знаю, как они это обрабатывают, но это супер, это наичистейшая вода, которую я когда-либо видел. Так, что здесь? Автофильтр. У них какой-то фильтр есть еще один для воды, кажись. Да, это он именно он и есть. Опачки, еще пакеты для согревания. Конечно, не особо хорошо, что мы пришли в чью-то деревню и начинаем ее грабить. Но это же для нашего блага, для блага всего мира. Ну типа. Ладно, сделаем вид, что меня здесь не было. Ух ты, нифига себе, здесь даже лошадь есть. Ты чё наделал? Я бесконечный источник чистой воды хотел сделать. Я не виноват, она испарилась. Так, какой-то домик. Я не мой, прошу общаться через... Что? Акаки, ты когда там закончишь, иди ко мне, я тут кое-что обнаружил. Мне очень тяжело сейчас будет хоть что-то закончить. Вот этот дом выглядит заброшен, но место очень умиротворенное. Прямо супер умиротворенное. Там еще какие-то домики. Мы сейчас это все посмотрим. Я не мой, прошу общаться через... Слушай, а чей он? Он и не мой тоже. А чей он тогда? Я только что это сказал. Я не знаю. Заходим. Здесь кто-нибудь есть? Здравствуйте. Так, окей, я вижу книгу. Может быть, на втором этаже? Эй, здесь кто-нибудь есть? Фиксай. А, что? Я, кажется, нашел. Кого ты там нашел? Гампухтер. А! Я сейчас испугался, как это человек! Это человек! Фиксай! А. Он книгу какую-то скинул. Так, что там написано? Да чё вы орёте, я не мой, а не глухой. На, почитай. Подожди, нет, ты прикалываешься. А, да чё вы? Реально? Так, окей, хорошо. Ну, задавай вопросы какие-нибудь, я не знаю. Бита и мяч стоят 110 рублей. Нет, стой, да не эти вопросы, как и мы, блин, искали человека 1000 лет для того, чтобы спрашивать у него загадки. Ща. Как готовить тортик? Да, Акаки! Так, вы простите меня, пожалуйста, и моего друга за то, что он такой некультурный. Он обиделся, Акаки. Так, все, я поговорю с ним наедине. Ладно, я не буду с ним наедине говорить, потому что мне страшно. Так, мистер, не буду спрашивать, как вас зовут, это, в принципе, совершенно не важно. Вы знаете человека по имени Роб? Он недавно пришел к нам в деревню и очень помог обжиться здесь. Мы приняли его как родного. Он рассказал о том, что творится по ту сторону реки. Жуть. Да, мы с Акаким это прекрасно знаем, что там творится. Благо, здесь мы в безопасности. Вы же никого не привели за собой. Вы же следили за дорогой. Вы же не подвергнете нас опасности. Пожалуйста, скажите, что это не так. Это все, что он написал? Серьезно? Естественно, мы никого не привели... за собой... Не смотри туда, чувак, там все в порядке. Это иллюзия, да? О, Акаки, что там? Акаки, ты бы хотя бы встал бы вот здесь, чтобы не было видно мобов. Ну я что виноват, я не знал. Он смотрит, слушай, он какой-то злой. Зараженные мобы, вы обманули меня. Зачем вы сюда пришли? Пошли вон отсюда. Акаки? Что-то мы не туда делали, Акаки, что-то мы не туда делали, там стекло сломалось, Акаки, как мы могли-то след за собой привести? Ты видел, он еще какие-то кишки взял в руки, я не знаю, что это было. Может, он хотел обмазаться и притвориться, то, что он моб какой-то враждебный? Возможно! Он хотел прикинуться, будто бы они, это он, точнее, он, это они. И мы в итоге абсолютно ничего нового не узнали, мы просто все испортили. Я не знаю, возможно, этот чувак больше не жив. Ну почему мы ничего с тобой не узнали? Мы узнали то, что Роб здесь был. Ну, в принципе, да. О боже, как много мы мобов привели сюда, прежде чем отсюда уйдем. Мы должны все здесь осмотреть. Там еще домики были наверху. Ничего не вижу из этого снега. На каком верху? Да, уже не важно. А, это ворона, которая... Это самая ворона, как я. Это та самая ворона, ты помнишь ее? Гриб, покроп, светящийся гриб. Что это? Какие-то крюки. Так, томагавк нам не нужен. И все, здесь больше ничего нет, просто какой-то гриб непонятный. Друзья, если вы знаете, что это за гриб, пишите в комментариях. Что там? Офигеть, это что? Подожди. Ну... О. Ну, некоторое дерево все-таки оно очень быстро ломает, да? Чтоб ты понимал, это релиаблы. А я думал сова. Эффективность 4, прочность 4, починка релиаблы. Тогда все ясно. А, так это же релиабл. Как ты сразу же это не понял? Слушай, отдай мне то, что я нашел, а? Да, завтра. Да, этот дом выглядит дряхлым, очень дряхлым. Но вроде бы еще все работает. Написано занят. Кто занят? Я вроде бы свободен. Я тоже. Какие, дай мне, пожалуйста, тоже опять. А, у меня есть пицца, все нормально. А то я уже ног не чувствую, у меня такое ощущение. Подожди. Какой-то краник. Вода!
Вода, Каки! Ах, она плохая. Но в любом случае, это вода. Так, заходим. Нифига себе, здесь даже механизмы работают какие-то. Тост не тронутый, Акаки, кусочек хлеба. Еще свежий. Холодильник, пустой. Пустой, холодильник, да. Ну, естественно, все это не работает. Сундук, 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 сундук. Энергорельсы. Это все неинтересно. Ух ты. Нифига себе, ты умеешь активировать что-то? Смотри. Каки, да дай мне... Стоп, тут есть какая-то книга. Да я почитаю. Я иду на юг, зима близко. Мне нужно укрыться. Может, там я найду людей, которые помогут закончить все это. А Каки, ты уже понял? Ты понял, что нужно на юг идти? Так, подожди, подожди, если я правильно понимаю, где мой компас? Это значит в ту сторону, окей. Мы туда с тобой еще не ходили. Лаборатория SCP не является единственной. Большинство... Каки, можно не кушать? Большинство объектов разбросаны по всему острову. Ну, это мы, в принципе, с тобой и так поняли. Мы в этом убедились 100%. Каждого нужно уничтожить. Но как? Они возвращаются. Вновь и вновь, словно кошмар. Может, стоит подорвать весь остров? Но люди... Людей нужно спасти. Мне нужны ответы. Юг, единственное место, где есть еще шанс. Ро! А как это Ро подписал? Это Ро писал, это Ро писал. Да, это он, это он, это он. 08.09. 8 сентября. Это сегодня. Это сегодня. Он сегодня ушел. У нас еще есть время, чтобы встретиться с ним. Подожди, пицца была протухшая. Ладно, отправимся завтра на утро. Наконец-то можно возле теплого костра снять носки, чтобы завоняло. Ну как хочешь, я сам буду греться у этого костра. Наконец-таки мы завершаем наши дни на веселой и хорошей ноте. На следующее утро, я уже сбился со счета, но вроде бы 20-й день же, да? Но в любом случае... Увидимся, друзья, в следующий раз. 100% увидимся. Пока. Пока. Слушай, ну у нас вроде носки не воняют. Да? Поэтому можем ходить босиком?